Как быстро похудеть к празднику? Попробуйте разгрузочные дни. Разгрузочный день без соли. За сутки при этом можно употребить пищу на 600 килокалорий, а также одну ложку растительного масла. Но никакой соли. Отказ от соли помогает вывести из организма до 2 литров воды в сутки. Лишняя вода – это отеки, повышенное давление. Даже один день без соли приносит большую пользу. Или попробуйте углеводный разгрузочный день. В течение дня съедается 100 граммов любого шоколада, разделенного на части. Другой вариант – стакан гречки, которую нужно отварить. Также поделить на части и съедать их на протяжении суток. Посмотрите на белковый разгрузочный день. Один из его видов для быстрого похудения. На кефире. 2 литра 1% кефира выпиваются в течение дня. Также можно разгрузиться на тварной треске. 500 граммов делите на порции, которые употребляются за сутки по мере голода. В любой из разгрузочных дней советую выпивать не меньше 2 литров воды. Можно также чай и кофе. Но без сахара и молока, можно попробовать еще метод одного стакана. Тем, кто хочет похудеть, нужно придерживаться правила. Съедать за один раз столько еды, сколько умещается в стакане. Если человек не страдает ожирением, то именно такой объем пищи достаточен для заполнения желудка и недопущения чувства голода.